Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В Кызыле идет голосование за благоустройство общественных пространств. В 16 точках столицы установлены урны для сбора предложений от горожан по программе формирования комфортной городской среды. Из 20 общественных территорий всего можно проголосовать за 5. Напомним, с 9 января по 9 февраля объявлен первый этап сбора предложений от граждан. У жителей города есть уникальная возможность определить, какие территории подлежат благоустройству в первую очередь в 2018 году. Далее лидирующие общественные пространства попадают в финал, то есть 18 марта состоится голосование во всех избирательных участках, в результате которого станет известно, какие территории будут благоустроены в ближайшие годы. Отмечается, что порядок проведения рейтингового голосования на сессиях Урала представителей в декабре приняли депутаты города. Распоряжением главы города Дина Аюн в конце прошлого года был объявлен дополнительный сбор предложений от кызылчан по благоустройству общественных территорий. Помимо обычного голосования, свое мнение можно выразить еще в сети интернет на официальном сайте мэрии столицы. Департамент по социальной политике мэрии Кызыла информирует, с 1 января 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также членам их семей, составляют: ветеранам труда 834 рубля, труженикам тыла 867 рублей, труженикам тыла, одновременно являющимися ветеранами труда, 520 рублей, реабилитированным лицам 945 рублей, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 852 рубля. Членам семьи реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 395 рублей. На 2,5% вырастут в России все выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля, сообщает издательство «Российская газета». С этого года все социальные выплаты будут индексироваться один раз в год, в первый день февраля, и строго на размер инфляции за предыдущий год. Таким образом, установлен единый порядок увеличения социальных выплат. Повышенные выплаты будут героям Советского Союза, России, социалистического труда и России, полным кавалерам Ордена Славы, ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Плюс станут больше социальные пособия на единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, госпособия людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также людям, уволенным в связи с ликвидацией организации, а также на погребение. Но это еще не все. С 1 февраля этого года на 2,5% станет больше ежемесячно месячная денежная выплата. Я курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 18 копеек, евро 69 рублей 93 копейки. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. В Туве снизилось количество отказников от бесплатных лекарственных средств из федерального бюджета, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики. В 2017 году от них отказалось 48,5% от общего количества льготников. Отмечается, что несмотря на снижение количества отказников, ситуация остается удручающей. Отказы имеются среди всех категорий льготополучателей. Льготники объясняют отказ тем, что в лекарствах не нуждаются, либо имеют общие заболевания и стоимость необходимых и лекарств ниже размера денежных компенсации. На практике это не всегда так. Лекарственные средства, приобретаемые органами исполнительной власти для одного льготника, нередко в сумме превышает размер денежного эквивалента. Отказ федеральных льготников от набора социальных услуг приводит к уменьшению возможностей обеспечения необходимыми лекарственными препаратами детей до 3 лет, беременных женщин, хронических больных, пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии, до ввода их в федеральный регистр, а также пациентов с редкими заболеваниями. Это связано с тем, что отказники обеспечиваются лекарственными препаратами из республиканского бюджета. Если ранее льготниками был сделан выбор в пользу денежной компенсации и опыт был неудачным, то восстановить право на получение набора социальных услуг на 2019 год можно до 1 октября текущего года, обратившись с заявлением о возобновлении в региональный пенсионный фонд.
В Национальном музее Тувы открылась выставка «Священные реликвии». С 1 по 25 февраля, в дни празднования Шага, жители и гости Тувы имеют уникальную возможность увидеть священные буддийские реликвии. По сообщениям Национального музея, реликвии извлечены из пепла Будды, Шакьямуни и великих учителей. Священные реликвии призваны дарить верующим благополучие, душевный покой, радость и вдохновение. А главное – напомнить о сострадании. Это особенно актуально накануне Нового года по лунному календарю в месяц Шага. Отмечается, что подобных артефактов буддизма нет в других регионах России. Такая коллекция имеется только у Национального музея Тувы. В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность без осадков. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ночью минус 36, минус 38 градусов, днем минус 24, минус 26.